питание, но, во-первых, потому что усталость накапливается, у меня мышцы болят так, шея, у меня даже пальцы болят. Во-вторых, немножко ножки, чтобы отдохнули, немножко отойти, прийти в себя. А теперь понимаю, что, может быть, не нужно было это делать, потому что, во-первых, ноги не перестали болеть, и спина не перестала болеть. Во-вторых, скоро выступление, а еще у нас номер не готов. В общем, пожелайте удачи, настрой боевой. Нужно все это делать, все сделать. Наш номер под Басту уже вторые сутки находится в трендах Ютуба, уже почти 500 000 просмотров. Так приятно, спасибо вам большое. Если вы вдруг пропустили ледниковый период, то свайпайте, смотрите на канале. Времени катастрофически мало, поэтому я выключаю телефон и иду на лед.